В этом году Кубань отметила сразу две юбилейные даты – 80-летие образования Краснодарского края и 225-летие освоения казаками кубанских земель. В преддверии этих памятных дат в нашем районе стартовала патриотическая акция «Кубанское казачество. Верность, честь и слава». Участники акции уже побывали практически во всех поселениях района. Одна из завершающих встреч прошла в станице Анастасиевской. Акция «Кубанское казачество. Верность, честь и слава» стартовала в феврале этого года. Ее цель – сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, бережное отношение к казачьему фольклорно-этнографическому творчеству. На этой неделе участников акции встречали в Анастасиевском сельском поселении. У нас сейчас в поселении 6 казачьих классов, 229 казаков, в том числе и детей. Для нас это очень важное мероприятие, которое позволит значительно дать информацию по истории казачества. Сегодня мы увидим замечательный обряд провода в армию. Я выражаю огромную благодарность районной администрации, управлению культуры за такой подарок, преподнесенный для казаков и наших жителей всей станицы. Анастасиевское казачье общество – одно из самых многочисленных в районе. Именно отсюда пошли первые казачьи династии. Здесь знают и помнят свои корни, а традиции бережно хранят и передают подрастающему поколению, в том числе и с помощью танцев и песен. Со сцены сельского дома культуры в этот день звучало много старинных песен, в том числе и в исполнении юных казачат. Но особенным подарком для зрителей стал обряд проводов казака в армию, инсценированный с детальной точностью. «Ось цю шашку, з нею служив ще твій дід, твій прадід, і мені довелося. На шашці є надпис: без нужди не винімай. Без славы не вкладывай». Ось твоє обмундирование, а кінь осідланий на дворі жде. Мати, благословись. Благословляю тебе, синочок, на службу в армію. Служи чесно, добросовісно, щоб нам з батьком не було стыдно за тебе. Та не забувай нас, пиши письма. Эстафету районной патриотической акции «Кубанское казачество. Верность, честь и слава» анастасиевцы передали в Протокское сельское поселение. Именно там в конце декабря пройдет завершающее мероприятие. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».